Всем привет! У нас сегодня распаковка. Лол, сюрприз, пазлы. Да, какие-то мы пазлы купили, непонятные. Тут я заметила, что тут какой-то кружочек. Да, тут написано, что? Тут надо потри водой. Меня. Водой надо. Потри меня, а не водой. Где ты читаешь, что водой? Вот написано. Так, сейчас разберемся. 48 элементов должно быть. И тут спрашивается, какой цвет, на какой цвет поменяется. Я так подозреваю, что если потрешь, то какой-то другой цвет должен быть. Пазлы. 38 на 28 сантиметров. Тут какие-то пакетики. Что-то там внутри непонятное. Сзади, если вот тут увидеть, то тут где-то... Я где-то видела пазлы, вот пазлы. Угу. И там где-то вот на вот это пакетики какие-то. Значит, раскрываем и смотрим. Вот мы все достали. Тут вот такой этот шар, в котором было все. Тут написано, что тут написано. Вот. Так, где тут оно? Нажми, чтобы узнать. Я не знаю, что там нажать надо. Наверное, нужно тут сложить сначала пазл. Смотри, сложить пазл и потом в серединку вот куда-то надавить. То есть вот сюда тут есть фиолетовый, значит, тут надо. В серединку самого собранного пазла. И тут, вот, кстати, пальцем стирать. Ты уже разгадала задачу. Ладно. Вот такой должен получиться, я так понимаю. Тут пазлик какой-то, да? С этой девочкой. Так, это коробочка. Вкладываем. Мы в процессе. Вот тут уже есть лицо. Я уже слово прочитала. Тут виднеется слово. Да. Потом разгадаем. Складываем дальше. Заканчиваем сборку. Последняя пазлка. Раз. И оказывается, это вот эти вот фразы, которые... Есть, да. А тут же, на вот этом рисунке, который, как надо собирать, вот есть фразы. А здесь, на этом месте, поля. И что? Надо тереть? Да. Давай. Тут тоже что-то надо тереть, непонятно. Начнем отсюда. Иди три, куда ты пошла? Мы сейчас потрем пока. Так, вот там что-то видно. Я вот расстегивала. Подожди, я ж не могу так снять. Вот она, да, вот эта фраза. Born to be bad. Есть. Оно быстро пропадает. Вот немножко там его... Только уберешь руку, и оно сразу назад синим становится. Вот уже, вот. Вот. Угу. Уже палец белее. Горячий. В общем, тут надо трудиться. Хорошо. Вот давить или тереть. Вот надпись. Тогда проявляются надписи. Две «и». Такой интересный пазл. Вот только уже прошло полминутки, и он уже опять посинел. Это хорошо, надпись потом... На чёрт, все уходит, опять. Да. Вот такой интересный пазл. Ой, я уже почти не чёрт. Пальцы болит. Приобретайте. Спасибо за внимание.